Здравствуйте, с вами Мортон, и по вот этому натянутому проводу вы можете понять, что я сейчас буду тестировать лавалье микрофон, другими словами, петличку от Rode, который называется Smart Lav Plus. Smart, потому что он рассчитан для использования со смартфонами, как Apple, так и на платформе Android. Итак, давайте начнем. Этот коротенький кабель не так прост, он сделан из кевлара. По крайней мере, кевлар используется в его конструкции, чтобы кабель не переломился, не погнулся, не растянулся, и чтобы микрофон служил действительно долго. Ну и капсуль тоже обещают, что очень качественный, в чем мы скоро убедимся, когда будем монтировать это видео и обрабатывать записанное аудио. Мы специально выбрались в парк, рядом достаточно оживленная трасса, ну и, собственно, мы сейчас походим, подойдем поближе к источникам шума, послушаем, как ведет себя микрофон. К сожалению, не ветрено, но, может быть, мы даже найдем какие-то ветреные условия. Посмотрим, как работает ветрозащита. Итак, мы подошли непосредственно к дороге, и пока мы слушаем, как микрофон отрабатывает в условиях повышенного шума, я скажу два важных момента. Надеюсь, их будет слышно. Первый момент – это то, что у петлички нестандартный разъем, он рассчитан именно на смартфоны, не рассчитан на камкодеры и на фотоаппараты. То есть стандартные петлички, которые подключаются и нормально работают с фотоаппаратами и с камкодерами, эта петличка может не работать, без переходника, по крайней мере. Тут разъем TRRS, а не TRS, то есть разъем, как у гарнитуры, из четырех звеньев. Второй момент связан с программным обеспечением. Если на устройствах, на операционной системе iOS, то есть на Apple, есть специальная программа, которую Rode разработал именно для этого микрофона, которая позволяет дополнительно эквализировать, обрабатывать звук, то на устройствах под Android такой программы нету, и возможности пользоваться вот этими дополнительными фишками тоже нету. Тем не менее, все нормально, микрофон видится, микрофон работает, сигнал пишется, а если потребуется потом его обработать, это можно сделать в дополнительных каких-то программах. Просто для примера, вот я перед микрофоном, мы слушаем, как звучит камера, встроенная телефоном, в условиях такого шума. Ну и, наконец, чтобы проверить, что у микрофона с уровнем собственных шумов и как он реагирует на обработку, именно этот дубль я обработал в аудиоредакторе, сэквализировал и добавил компрессии. Спонтанное желание писать акустическую гитару.